капитан команды. Трубник разувает. Волкова. Вот в хоккее с мячом, казалось бы, уж не так много зависит, если команда играет, ну, в меньшинстве, когда минус один игрок. Но вот для Трубника это всегда было ощутимо. И вот очень много мячей. Удар. Хорошо. Выбежали хоккеисты старта. Ну тут как? Выбежали они хорошо, но и Трубник-то неважно действовал в этой ситуации. Все-таки инициатива-то на стороне команды. На хорошем таком уровне вдохновения и как прервалось, да, как бы дали передышку сопернику. Я считаю, они сейчас разобрали все, восстановились и постараются гнуть опять ту же самую линию, которую они в начале первого тайма делали. И аккуратно, точно постараются играть и искать наши ошибки. Ну и Валерий Иванович такой коварный.